Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Лояльность по отношению к окружающим, доброта и щедрость, особенно это проявляется с родственниками и друзьями. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Главные недостатки владельца этого имени – пассивность и чрезмерная привязанность к приходящим ценностям и жизненным удовольствием. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Негативные качества, тревога и беспокойство по пустякам. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.